ответственная, рискованная, непредсказуемая. Какие эпитеты не подбирай, а работа медиков была и будет самой жизненно важной и незаменимой для любого общества. Всю жизнь эти люди посвящают здоровью, но не своему, а своих пациентов. В Ленинске-Кузнецком медицина всегда была сильной составляющей жизни города. Наши специалисты отличались хорошей подготовкой, зачастую имеют несколько квалификаций, многие ведут научную работу. Активно совмещают врачевание с административными нагрузками. Медицинские работники из Ленинска-Кузнецкого известны высокой преданностью профессии, этой удивительно крепкой династии и поразительное профессиональное долголетие. Детская мечта, которая осуществилась. Для Валентины Ковальчук профессия врача стала настоящим призванием. 48 лет она отработала участковым терапевтом в 3-й городской поликлинике. Самыми важными качествами для медика Валентина Ивановна считает профессионализм, отзывчивость и сострадание. Именно они помогли поставить на ноги сотни пациентов. У меня была тетя больная и очень часто лежала в больнице. Я к ней ходила и говорила: я вырасту, буду врачом, я тебя вылечу. Но вылечить не пришлось, но помогала, конечно, когда стала врачом. Особенно, когда выздоравливал человек от моего лечения, мне было очень приятно и радостно на душе. Самое приятное, да? Да, да. Вылечить. Когда поступает в тяжелом состоянии, и благодаря моему лечению он поправляется, уходит благодарный. В свой профессиональный праздник лучшие представители медицины были награждены медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. Трое ленинско-кузнецких специалистов получили звание отличников здравоохранения. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.